Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня отремонтирую записную книжку. В ней записано очень много информации, поэтому переписывать ее не хочется. Это займет очень много времени, да и не нужно. Ну а книга разваливается на части, как вы сейчас видите. Картонная обложка, которая вставляется в кожаную обложку, совсем отвалилась. Итак, картонку оставлю прежней. А вот белый лист вырезала заново, который приклеится к картоне, и заменила. Показываю вам наметки, где сверлить. Просверлила и сшила. Теперь ей можно пользоваться. И вставляю назад в обложку. Обложка кожза. Записная книжка готова, можно и пользоваться ею дальше. И не пришлось ничего переписывать. Ссылки на видео с реставрацией книг я оставлю в описании к этому видео. Это было все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.